двигаюсь к Брейтвейтскому мосту. Там был взрыв. Ясно. Но если покажется Роксон, беги. Понял? Они хотят найти виноватого во всем, и не факт, что выберут умельца. Ладно. Буду осторожен. Взрыв был таким мощным. Надо спешить. Там у Плазы была просто разминка. Или обманка. Вперед! Вперед! Эй! Давайте не палить друг друга, а? Нам нужен только Нуфор. К черту все остальное! Кончайте с ним. Потом берите сколько сможете. Что ты делаешь? Он его дестабилизирует. Ложись! Отвлеките его! Yeah.
Уходите быстро! Не волнуйся, я здесь! Спасибо. Там люди, они в ловушке! Есть идея! Надо его зафиксировать! Хорошо, хорошо, хорошо! Надо их как-то перевести! О, нет, нет, нет! Я могу помочь! Все в порядке. После взрыва мост начал... Видим второго паука. Ждем указаний. Что происходит? Без понятия. Понял. Нет! Нет, я вам не враг! Что вы делаете? Он спас нас! Вы. Он просто ребенок! Я все засниму! Его. Мы все увидим! Убрала телефон, быстро! Я сказал убрать телефон! Живо! Эй, а ну не трожь ее! Уходите! Последнее предупреждение! Я спас их! Что за черт? Куда он делся? Боже мой. Что, упал? Его столкнули? Где? Должны помочь. Разве Роксон не должен быть всегда рядом? Они хотели меня пристрелить! Даже слушать не стали! Ты в порядке? Я не знаю. Сегодня с нами Саймон Кригер. Обсудим обрушение Брейдуэйтского моста. Слушайте, мне нравится новый Человек-паук, но это, как его там, биоэлектричество... Ты есть будешь? ...уничтожило собственность Роксона. И к тому же разрушила мост. Роксону что за бред? Все было не так. Умелец Фина. Она украла Нуформ. Не знаю зачем. А мост взорвался из-за меня. Нет, неправда. Я иду в штаб компании. Вам, мальчики, что-нибудь захватить? Могу принести Дульсу де Коко? Я думал, ты все бросишь теперь. С чего бы это? Я буду бороться за свой дом. Я же сказала. Но ты же... могла умереть. Наша семья не сдается. Ты же знаешь. Yeah.
Мам! Я бы съел Дульсе де Коко. Если ты не против. Не против. Получив силы, я решил, что смогу все исправить. Сделать все как Человек-паук. Говоря Человек-паук, ты всегда имеешь в виду другого. Ты Человек-паук. Ты все исправишь. По-своему. Серьезные дела, да? В такое время людям особенно нужен дружелюбный сосед. Надо придумать название покороче. У классных предложений в одно слово. Майлз! Наконец-то пробился. Привет, Пит. Как у вас дела? Я видел новости. Они были на Синкарском, так что или мост взорвался, или пончик выкурился, что в данном контексте бессмысленно. В общем, я уже покупаю билет. Могу быть дома завтра вечером. Нет, не надо. Все нормально? Я выяснил, кто за этим стоит. Я их остановлю, обещаю. Ладно, верю. Но если будет нужна помощь, я сяду на первый же самолет. А так увидимся через несколько недель, ладно? Ладно, хорошо, спасибо. Удачи в изучении симгарийского. Зачем нужно 7 разных названий туалета?
подполье и Роксон ведут перестрелку рядом с тобой. У нас были копии ключей, чтобы чаще заходить друг к другу. Хотя, по факту, мы в основном оставляли записочки. Ладно, какой у нас план? У семьи Финны есть мастерская в центре. Раньше она там всегда работала. Возможно, и сейчас тоже. А не проще будет просто позвонить ей и поболтать? Это вряд ли, чел. Когда я увидел ее на мосту, понял, что совсем не знаю ее. Надо выяснить, зачем она все это делает. Понял тебя. Делай, что считаешь нужным. И держи в курсе. Заколочено. Очень грустное зрелище. Надо пробраться туда незаметно. Не хочу привлекать внимание. Может, найду незапертое окно? Сегодня мои сестры будут танцевать на празднике Кванг. Эй! Боже, сколько пыли! Тут давно никого не было. Здесь минимум полгода никого не было. Видимо, где-то есть другое убежище. Мы с Финой как-то все лето помогали Рику ремонтировать старые гитары. Он все, что угодно мог починить. Мои сыны три поколения владели этим магазином. Рик уже почти продал его после смерти родителей. Видимо, Финна его переубедила. Университетские тетради Рика. Он учился по ночам, чтобы работать днем в магазине. Парень был сгустком энергии. Кто-то не выключил свет. Пропуск в Роксон на имя Элла Стерлинг. Но на фото Финна. Финна с кем-то планировала пробраться в Роксон. Вся команда, которая создала Нуформ, заболела? Стоп! Рик вел проект?
Какие-то лекарства? ГМКСФ. Обычно им лечат заболевания костного мозга. Но у кого? Я не помню тут этой кладки. Ого, вот это я понимаю убежище. Фина спроектировала все снаряжение подполья. Забавно, что теперь мы оба в масках. Видеозапись. Полгода назад. Пошла тестовая загрузка. У меня полгруппы больны. А Кригер отрицает, что дело в нуформе. Пора это изменить. Давай я. Думаешь, мы готовы? Тянуть нельзя. Они начали стройку в Гарлеме сегодня, раньше времени. Отравить город ради бабла. Они находят лазейки. Плюют на безопасность. Нельзя дать им так извратить мою работу. Ладно. Сперва займемся ядром, потом сотрем все данные. Ты уверен, что они не сделают все заново? Нет. Нет, если мы уничтожим и те запасы, что в Джерси. А без меня они не разберутся, как работает Нуформ. И проекту крышка. Я буду снимать. Если что не так, запись пойдет прямиком в Бьюгл. Ладно. Готова спасать Нью-Йорк? Готова. Тут вторая запись. Проклятие! Не загрузилось! Телефон, что ли, накрылся? Я не позволю, чтобы все было зря. Обещаю, Рик. Они пытались закрыть проект разработки Нуформа. Но что-то пошло не так. Надо отследить ее телефон. Если получится. Ладно. Давай! Исчезай, исчезай! Он здесь! Не дайте ему уйти! Он исчез? И так может? Мое исчезновение не слабо их напугало. Лучше подождать, пока снайперы расслабятся, и напасть сверху. Не пускай паука к компьютеру! Куда он делся? Рано или поздно мы тебе все равно загоним кругом! Видимо, сработала беззвучная сигнализация. Человек-паук не прятался бы! Вставайте сейчас! Потом будет поздно! Тебе нас не остановить, вот. Человек-паук! Новые гости пожаловали. Нашего завалили! Джейн, новости есть? А где Джейн? Посмотрите, что это! Получилось!
вернусь к тому компу. Если найду телефон Фины, может, пойму, что случилось с Риком и почему она стала умельцем. Вот, есть координаты. Позвоню Ганте. Расскажу ему. Привет. Нашел чего в мастерской Фины? Да. Я понял, зачем ей все это. Что-то случилось с ее братом. Что-то очень плохое. Ничего себе. Рик работал в Роксоне. Был руководителем проекта Нуформ. Ого. И похоже, Нуформ его как-то отравил. А Саймон Кригер везде кричит, что он безопасен. Он врет. Фина и ее брат хотели остановить разработку реактора. Свернуть проект. И что случилось? Не знаю. Пока. Фина все записывала на свой телефон, но потеряла его в лаборатории. Я хочу его найти. Хорошо, я на связи. Если что, звони. Ладно. Научная лаборатория Роксон. Здесь появился проект Нуформ. Телефон должен быть где-то здесь. Кажется, я знаю, как туда попасть. Вентиляция стоит энергощит. К чему он подключен? Нужно его отключить. Мне надо попасть внутрь. Поглощение энергии повредило генератор. Даже не верится. Я на месте. Вломился в лабораторию с вооруженной охраной. Эти каникулы запомнятся надолго. Я должен валяться дома, дрыхнуть, играть в приставку и есть печенье целыми коробками. Никуда. Стоп! Я что, хожу по кругу? Парень, который все проектировал, явно приврал в своем резюме. Костюм будет плесень. Трекеру телефон намного ниже уровня земли.
система вентиляции поломана. Если там подполье, убейте их. Если паук или умелец, задержите. А если подлога нужна? Вызывайте немедленно. Не хватало бы. Привет. А что смешного? Черт, Майлз. Для тощего пацана? Ты жестко бьешь. Дядя Аарон? Ты бродяга? Папа заводил на тебя дело. Я знаю. И уверен, у тебя полно вопросов ко мне. Но нам нужно убираться отсюда. Зря ты решил сюда вломиться. Я не уйду отсюда с пустыми руками. Слушай, я когда-то раньше работал на Рокса. Не стоит связываться с этими парнями. Если нас тут поймают... Так помоги мне. Упрямый, весь в отца. Ладно, но сделаем по-моему. Я знаю, где есть доступ к терминалу охраны. Буду тебя направлять. Управляемые мины. Используй, если станет жарко. Только не попадись. Видишь вентиляцию с лазерами? Как ты это делаешь? Я уже работал с такими системами. Соберись. Пора пробовать управляемые мины. Что происходит с камерами? Опять электричество шалит? Нет, это было в гарпеле. Носорог уничтожил целую станцию. Могло и не только тот район задеть. Сектор чист. Отставить. Тут пусто. Отбой. Все чисто. И что же ты там ищешь? Телефон. Остановил сигнал. Он идет до тысячи земли. Ниже всего под землей находится бункер реактора. Значит, мне надо вниз. В этой комнате должна быть вентиляция. Ведет в лабораторию, потом к реактору. Ну, формовый реактор? Судя по схеме, именно он. Эй, где на форум, что я просил? Мы пытаемся сделать, но Мейсон не оставил записи. И? Ну, я слышал, что одна канистра форума сохранилась после случая на мосту. И если бы мы могли ее добыть... Ты думаешь, будь он у меня, я бы тебе отдал? Нет, мистер Кригер, я просто хотел прояснить, что без этой канистры нам ни за что не успеть... Заткнись. Я... Я делаю абсолютно все, что в моих силах, чтобы найти эту канистру, однако... Сейчас я бы хотел, чтобы ты вернулся в лабораторию и занялся делом. У Кригера сроки горят. Может, скажешь, чей телефон ты там ищешь? Умельца. А ты расскажешь, зачем за мной следишь? Не слежу, а приглядываю. Скажи спасибо, ради тебя я взялся за старое. Не верится, что бродяга мой дядя. А я не верю, что мой племянник решил убиться ради телефона. Так сложилось. Ты уже близко к прототипу реактора. Их надо вырубить. Не нравится мне быть так близко, Бен. Парень, что раньше тут стоял, теперь легкий. Надеюсь, в лазе все по расписанию. Сбрасывайся! Тревога! Ты заплатишь за это! Мы тебя поймаем! Отлично. Спасибо. Реактор прямо за тем взрывостойким барьером. Открыть можно с того терминала. Погоди.
городе есть другие лаборатории. В каждом из них нуформовый реактор. А Рик заболел из-за нуформа. Это нужно прекратить. Не отвлекайся. Найди телефон и сматывайся. Реактор внизу. Он питает все это здание. Телефон в самом низу. Надо как-то пробраться мимо вентилятора. И мимо этих парней. И помни, что я сказал. Не попадись. Глаза могут переехать, не лучше. Роксан Плаза могут переехать, не лучше. Победа Человека-паука. Еще 2 часа. Эй, Ганке. Решил позвонить, чтобы узнать, не умер ли ты там. Да, спасибо. Вообще-то мой дядя мне помогает. Тот мужик из метро? Ага. Оказалось, что он еще и бродяга. С ума сойти. Чего? Тот самый бродяга? Вор в фиолетовом костюме? Бывший вор. Мы не партнеры, он просто сейчас помогает. Твой дядя бродяга? Это жесть, чувак. Прям жесть жестянская. Знаю. Мне пора, Ганке. Потом расскажу. Нейтрализуйте паука! Бейте его! Закон здесь — это мы! Камеры и сигнализацию, чтобы к тебе охрана не сбежалась. Повреди проводку над вентилятором, он вырубится. Спасибо. Панель управления. Блин, я должен их как-то закрепить. Да. Теперь провода. Батарея села. Только не взорвись. Отлично. Так. Камера, видеозаписи. Вот она. Ладно. Сброс ядра – задача для двоих. Ты перегрузишь его отсюда, а я прослежу на месте. Шаг первый к уничтожению нуформа. Тебе не жаль? Плоды всех своих трудов. Ты видела, что со мной стало? Сделаем мир чище.
Готов? Готов. Запускаю перегрузку. 3, 2. Пина! Это не я! Промышленный саботаж. Серьезно? Кому какое дело до горстки больных бедняков? Или мертвого инженера? Ты лишь нитик в этой механике. Нет! Нет, нет, нет! Я справлюсь! Я справлюсь! Нет! Рик! Рик, нет! Нет! Пина, не смотри! Там есть кто-то еще. Найдите. Рик пытался спасти людей. А Кригер убил его. Нужно закончить то, что они начали. Дядя Аарон, ты можешь снять защитный барьер реактора? Зачем? Ты достал телефон. Сматывайся. Этот реактор убил моего друга. Его нужно вырубить. Навсегда. Без твоей помощи я не справлюсь. Пожалуйста. Дядя Аарон? Ладно. Приготовься. Спасибо. Генератор такой же, как снаружи! Только гигантский! Что ты делаешь? Майлз, ты в порядке? Тебе сваливать надо. Идти можешь? Да. Дуй по коридору. Живо! Мне как же хорошо. Будто меня рубил на части. Не могу. Телефон. Не могу. Будет брать энергию. Майлз, ответь мне. Ты в порядке? Да. Такое чувство, будто меня скинули с самолета. Зато реактор отключен. Ты почти вышел. Да. Мне так нужен был ее телефон. И что мне теперь делать? Не глупи. Так Роксон доберется до тебя раньше меня. А ну стой! Мы тебя задерживаем! Им приказано взять тебя в плен. Зачем? Что надо? Изучить тебя, допросить. Не знаю, какая разница. Сопротивляйся. Атакуй Булка! Паук на прицеле! Беру на себя! Убейте его! Вашу же мать! Майлз, меня выкинуло из системы. Подожди немного, я вытащу тебя. Есть! Цель в воздухе! Попал! Идем, пока не явились другие. О! Это же чудо-маскировка! Действуй! Перелево! Я право! А ну вставай! Ловки дела, Майлз! Совсем! Не волнуйся! Мы с ними справимся! Эти улухи меня не тревожат! А вот когда мы выберемся отсюда, теперь мы оба враги Кригера! Это не трудно! Приземлите его! Сам не знаю! Как плачет, да? Продолжай драться!
придется лечь на дно. Никому не верь и не снимай свою маску. Пусть Роксон найдет другую цель. Не могу я залечь. Мне надо найти Фину. Твоя подруга умелец. Вот почему ты так волнуешься. Дело не в этом. Я должен защищать город. Скажи Фине, что хочешь вступить в подполье. Ты же сказал не снимать маску. Не говори про паука. Поговори с ней как друг. Она на это не купится. Ты удивишься. Люди глупеют, когда речь идет о близких. Например, как ты сейчас. Если скажу ей правду... Я сказал твоему отцу. Думал, он меня прикроет. Поможет. Ведь он же мой брат. А он от меня отвернулся. Если бы я молчал, может, не потерял бы семью. Ты знаешь, что должен делать. Стоит позвонить Фине? Нет, нет. Сейчас надо помочь городу. Да. Майл! Похоже, ты его ограбили. Надеюсь, я смогу помочь. Человек на тебя подписалось после выхода приложения. Просто пипец. И я тут кое-что почитал и знаю, что ты против рекламы, но ты только подумай. Нет. Ясно, да. Никакой рекламы. Так ты нашел телефон Фины? Да, но он расплавился, когда я поглотил энергию из нуформового реактора. Чего? И как ты не мертв? Я сначала подумал, мне кранты. А потом выпустил энергию и случился мини-взрыв. Ладно, хоть не всю лабораторию разнес. Чел, мне пора завести список твоих новых способностей. Что думаешь делать дальше? Дядя Аарон предлагает сказать Фине, что я хочу войти в подполье. Тогда я смогу забрать нуформу и помешать ей во всем. Типа, наврать ей в лицо? Ну, других зацепок у меня нет. Знаешь, что нам поможет? Только не список «за» и «против». Именно. Список «за» и «против». Нет времени размышлять. Согласен.
Удачи. Позвони, если буду нужен. Сообщила торговля оружием. Ладно, надо действовать. Позвоню Пине и попрошусь в подполье. Привет, Майлз. Живой? Да, почему ты спрашиваешь? Ну, я видела новости про митинг твоей мамы. Все норм. Слушай, а может кофе попьем? Рядом с башней Фиска на Эдисон есть одно местечко. Там кофе без фигурной пенки, и его приятно пить, а не фоткать. Понял. До встречи. Так, еще немного, и я вступлю в банду опасных преступников. Красавчик! Мои в нашем городе опять ЧП. Взрывы, обрушение моста, стрельба посреди часа пик. К счастью, обошлось без жизни. Что неподалеку магазин грабят. Я рада, что ты позвонил. Мне нужен был отдых. От чего? Да так, вообще. Я заходил в вашу мастерскую. Думал, найду тебя там. Похоже, прямо перед моим визитом там кто-то затеял драку. Я зашел внутрь, осмотрелся и узнал про Рика. Мне так жаль. Что еще ты там узнал? Я хочу помочь, но ты должна все рассказать. Мне жаль, что твоя мама пострадала на митинге. Если бы не этот новый Человек-паук, все бы прошло гладко. Прошу, не пытайся отговорить меня. Я сама знаю, что делаю. Ладно. Ну, вот, таков мой секрет. Этим я и была занята. А ты чем занимался? Ну, там... школой, работой в пире. Этим ты всегда занимался. Что на самом деле? А на самом деле... я взял на себя слишком много обязанностей. Слишком много. Вот я и забыл о друзьях. Я хочу все исправить. Можно мне вступить в ваш клуб, отряд, группу? Я не знаю. Знаешь, Рик был лучше всех. Я понимаю тебя. Если нужна помощь, только скажи. Если нет, не бойся. Я сохраню тайну.
Ты хороший друг, Майлз. Ладно, идем. Куда? Ты же знаешь, я не люблю высоту. Не переживай, я подстрахую. Подполье абы кого не берут. Доберемся до башни Фиска, скажу, что нужно делать. Вы обустроились в штабе Кингпина? После того, как его посадили, федералы арестовали имущество, но никому не продали. Вот мы и въехали. А как ты ввязалась во все это? Подполье, умелец? Ну, меня не зря прозвали умельцем. Я делаю все. Маски, оружие. Программируемая материя. Да. Подпольщики хотели ограбить дедушкину лавку и нашли мои работы. Мы заключили сделку. Я знаю, тебе нужен Кригер. Но им-то все это зачем? Ну, помимо оружия. Им нужна известность. Если известность будет, им все сойдет с рук. И ты не против? Одной мне Роксан не одолеть. Идем. Прыгни с крана на балкон. Покажи им, что не боишься. Они наблюдают? Через окна. Без этого ничего не получится. Смелей, ты справишься. Она не должна понять, что я Человек-паук. Давай, Майлз, покажи всем.